Вообще на экономику хреново они, эти выходные влияют. И вообще я бы, конечно, их всех сократила, потому что, честно говоря, вот вы понимаете, любое добро всегда оборачивается порой злом. Вот построили детскую площадку, а на ней стали ночью алкаши собираться и песни орать, и наркотики колоть. Спрашивается, может тогда сломать детскую площадку? И не надо было ее строить, а вот получается, все равно ее надо строить. То есть такие вот вопросы, то же самое, то же с выходными. Вроде как добро людям делают, а в результате они нажираются, как свиньи. И потом орут под окнами, дерутся, приводы в милицию, разборки, убийства, страдания. Поэтому, опять же, делаешь добро, получаем зло. Поэтому добро надо как бы регламентировать поменьше. Поменьше, дискретно. Выдал чуть-чуть порцию, парочку дней, ура! Потому что, честно говоря, напрягают эти выходные. Те же магазины или что-то еще, нужно куда-то поехать, что-то купить, а все закрыто.